сто раз надо делать, каждый раз это надо делать. Четыре раз не отпускать. Вернее, нет. Еще раз. Вот. Пять. Так, Артем, значит ты делаешь правой ногой подсечку, показываешь, он переступает, ты левый добиваешь его. Раз. И вот этой ногой надо делать. Значит, вот это руку, чтобы сделать, чтобы он не упал. Я думал. Да. А? Нет, это не надо. Пока не надо. Это тоже будем делать. Так его сам же стяжку. Еще раз. Я как ты делаешь? Вверх? Стоп. Теперь. Ты делаешь переднюю подсечку? Да. Ну вот и сделаем ее. С броском переднюю, чтобы он упал. Броском? Да. Только не бей по ноге. Раз до конца. Оп. Еще раз. Коронный прием и бросок ты должен. Вот. Так ты выводи. Три. Такое вот тут не надо ставить. Пять. Ну, прекрасно просто. Ладно, будет на него. Да. Влад. Да, его пусть ебать. Хап, сразу. Влад. Сын, а? Берешь и показываешь ему, значит, так. Заднюю подножку. Пять раз. Да. Хорошо. Раз. Нет, делаешь. Два. Три, четыре, девять. Четыре. Еще раз, значит. Как тема улетит. Артем, да. Берешь и делаешь, можешь показать переднюю, потом левую подсечку, левой ногой подсечку, можешь ни правой, ни показывать, левой. Просто в движении сделать, раз, два и подсечку левой ногой, но с падением, с падением, ой, он падает, ты не падаешь, можешь взять другой захват. Можно взять другой захват. Можешь снизу взять. О. Давай потом кого. Ой, блин. Нет, ты не бей сразу. Возьми захват, сделай два шага в сторону и подсеки. Только под локти возьми. Под локти возьми. Раз. Еще два раза тебя осталось. Ну это у вас карманы, конечно. Все, мы приступим тебя. Давай. Еще один раз. Хорошо. Влад, смотри. Я тебе в другую сторону пытаюсь. Берешь захват. Ага. Берешь захват. Влезаешь. Хоп. Хоп. Ага. Да, показываешь. Потом разворачиваешься. Можешь держать голову, можешь не держать голову. Разворачиваешься и со стойки показываешь бросок вперед. Влезаешь назад. Смотри. Еще раз показываю. Стоишь. Такой? Ну вот как ты будешь, смотри, ты делаешь движение, раз сюда, влезаешь сюда, то есть как можно ближе, сюда, да, раз, нет. Занято. Сейчас, подожди. Занято. Сюда влезаешь.
Я что сказал, я делаю в другую сторону, а просто мешаю. Показываешь туда. Давай. Сзади. Раз. Нет. Все. Ты падаешь, почему от задней подножки? Потому что ты делаешь вот этот шаг. Ага. Ты делаешь шаг или ты просто стоишь как бы и вот сюда уходишь. И еще раз, тебе нужно влезть, но не ставить здесь ногу, не цеплять, а вот здесь поставить просто. Вот. Раз поставить, для того, чтобы развернуться и туда был. Значит, я шаг. Разворачиваешься. Держи голову. Голову держи. Еще раз. Вот так? Да. И? Пошли еще раз. Раз. И разворачиваешься, держишь голову, разворачиваешься, делай бросок. Только вот сюда. Давай. Раз. Влез в ногу. Вот тут уже хорошо пошел, но так держишь. Смотри. Оп. Угу. Еще два бросочка. Ха! Вот сюда должен зайти. Видишь? Да. Видишь? Да. Вот. Естественно, ты нападешь на меня, тогда ты уже развернешься и бросишь. Видишь? Да! Давай! Вот! А тут, так, поступок. Снизу. Раз, два, правая нога. Руки снизу обе. Пошел. Раз, два и бросок. Раз, два и подсечь. Давай. Улетел. Да, вот здесь поменялись и сюда. Вот вы будете каждый раз ходить. Раз поменялись и сюда. Пошел. Раз, два, оп. Хорошо, теперь двух шагов делаешь. И раз. Опа! Хорошо, с двух шагов делаешь. Раз. Оп. Хорошо, молодец. Так, Влад, делаешь 5 таких бросков. Заднее вперед. Держишь за голову только. Раз. Оп. Еще раз, там ты не петрё, то есть ты залез, а потом ты должен, оп. Чуть не упали. Почему? Я знал, что я вперёд, а куда я должен упадать? Назад? Еще раз, посмотри, вот твоё должно быть положение, а ты стоишь вот так. Ноги не подворачиваются. Они просто не научены, они научатся и все. Не надо шаг делать, еще раз. О, видишь? Он просто показывает. Он делает уже. Вот. Просто ногу. Просто. Да. Оп. Рука. Оп. Раз. Влезь. Два. Туда. Влезь туда. Прижаться. Да. Влезь. Руку отпускай туда. Оп. Вот. Да. Так, это уже два.
Давай, Артём, давай. Раз. Оп. Держи его, руки вот так, держи. А я упаду с ним. Так ты ближе подойди к нему, не упадешь. Еще один раз. Вот так. Все, пастухом на колени. Ты в стойку держишь захват. Вот ты делал бросок, держи захват. Начинай ты бороться. Все? Готов? Нет! Что ты? Держи его. Сейчас это. Ты начинаешь бороться. То ли ты в стойке, он в партере. И смотришь, он же имеет право за ноги брать. Да. Взял захват свой коронный. Взял? Да. Джем! Да еще и не. Что ты мне подаришь? Нельзя. Что? Ладно, убрать. Как нельзя? Он захват. Матвей, еще раз. В смысле, я его не могу брать, он меня может? Интересно, да? Как нельзя? Интересно, я спрошу. Давай. Мы же в парке. Так ты не в парке. Ты же в стойке? Нет, в парке. Ты же в стойке? Да, он в парке. Приготовился, взял. Готов? Да. Джек! Матэ, Артём, блин! Да. Какого черта встаёшь? А он залез на заднюю. Ну и правильно, проиграл. Еще раз, потом меняемся. Приготовили. Thank you.
Значит, вы поняли, да? Что коронных бросков, коронные ваши броски, они не идут. То есть повторить вам очень тяжело. Конечно, они не пойдут к вам. Каждый раз приходите, свою корону должно 100 раз сделать. Минимум. Хорошо, троечку. Так. Привыкли будут. Кушать хорошо и тяжело. Ну конечно, ну, ты же знаешь, что тебя только ждут. То есть ты никак не убежишь. Ну, я думаю, пищевариваться будет. Пищевариваться? Да. Давай, вставай. Так, значит так, Артем, зацеп голени показываешь, ты делаешь через бедро, через плечо, переднее, что там. Так? Да. О. Да. Есть просто. Не надо yes. Молчков, да. Хорошо. Сразу ножки шире. Сразу ножки шире. Да. Два. Три. Давай правильно. Четыре. Пять. Шесть. Ноги шире. Семь. Восемь. Девять. Десять. Хорошо, Артем пошел. Ты зацеп голени правой. Раз, хорошо. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Еще раз, сейчас не бросок. Бросок. Хорошо. Так. Ты делал, да, Артем? Значит, еще раз. Пять бросков своих. Влезаешь на заднее. Уже делаешь бросок. Бросаешь вперед. Переднее подложку. Не забывай, пожалуйста, когда ты держишь захват, ты влезаешь. Эта рука должна уходить туда. То есть не оставаться, а раз, два, потом тянуться. То есть отсюда. Чем ты больше покажешь назад, туда бросок, тем больше он пойдет на тебя, тем легче бросить вперед. Ха! Раз, хоп, и бросочек. Здесь не обязательно очень быстро, но давай. Обязательно руку отпускать с шеи придется. И шею потом обязательно держать. Раз. И. Да. Сейчас, подожди, разберись ко мне с тобой. Давай. Влезай. Оп. И бросовывай. Два, да? Да. Влезай сильнее. Я не боролся, один раз зашел вот сюда.
Один раз говорит. Нет, нет, отключик, я забыл, что вам сказали. Я помню. Ты возьми пока здесь. А сюда? Да. Если ты заходишь сюда, то... Можешь, если ты чувствуешь, что ты не можешь сделать, значит, сделай 10 раз без бросков просто. Зашел, показал. Оп, да, вот раз, да, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Голова кружится, да? Значит, много. Хорошо. Будем чуть-чуть меньше давать тогда. Значит, я смотрел... Какой турнир я смотрел? В телевидении. Там боролся 73 стерку. Да. И на 73. Вот эти бы сладкие вам посмотреть, потому что это вам нужно с ними бороться. Я 66, например, тут боролся. А, 70, да, молодец. Я сегодня экран, наверное, заберу, поэтому я не смогу показать. Но хотелось бы... Зайдите, гран-при Тель-Авив. 73 килограмма. Поймите, 73 килограмма. На ютубе нет. Есть только, если ты заходишь с этого. Знаешь, как смотреть вот эти вот гран-при? Нет. Заходь, пишешь International Judo Federation.